about you? Hi. How are you? I'm Are you fine. fine, Beth? Yes, I'm fine. I'm fine. Okay, so today we are going to continue. Если не хаваю, а говорят WhatsApp. Какой правильный ответ? WhatsApp, ну WhatsApp это что стряслось, что случилось, это когда что-то Нет, плохое ну произошло. понятно. Я имею в виду, что на это же не ответишь, что fine. Ну, вообще можно еще сказать, how is your life going on? Как проходит твоя жизнь, да? Что-то все WhatsApp. WhatsApp, ну что нового, что как бы на поверхность всплыло, ну, что нового, WhatsApp. Ну, тоже можно сказать, что, ну, тут уже, наверное, я думаю, более подробный ответ. То есть, Надо более более подробный. им там рассказывать, да, из этого? Угу. А Угу, если слышал. не рассказывать, то что говорить? I have nothing to say. I have nothing to tell you like this. Nothing good. Yeah. Okay, so do you have the link? No. No. Okay, so today we are going to discuss the gerund and infinitive. Gerund. What do you know about gerund as a grammatical phenomenon? Nothing. Так, ну, собственно, герунди – это у нас отглагольная форма существительного, то есть берете глагол, добавляете к нему инговое окончание, вот, и в итоге у вас получается существительное. Так, что-то там, наверное. Я не знаю, что произошло. Ага, да, и глаголу добавляете инговое окончание, и у вас получается существительное. Ну, вот, допустим, to read, давайте сделаем существительное. Одну секундочку, у меня что-то тут с интернетом произошло. Сейчас. Слышно меня вообще там? Да? Да, да, вас слышно. То есть для того, чтобы образовать герундий, это от глагольное существительное. Вот у вас есть глагол, а вы хотите сделать из него существительное, да? Вам нужно нечто, что будет отвечать на вопрос «кто что?». Для этого к глаголу надо добавить инговое окончание. Ну, допустим, reach – это читать, а reading – чтение, да? Go – идти, а ходьба? Going. Going, да. Ну, собственно, ничего сложного, да? К основе глагола надо добавить инговое окончание. Только особенность в том, что в русском языке это явление не так распространено. То есть у нас есть, допустим, ходить и ходьба – существительное, да? Если мы хотим привести пример герундия, тогда это будет что-то вроде хождения, да? То есть от глагольная форма. Вот. И инфинитив. Инфинитив – это начальная форма глагола, то есть ровно в том виде, в котором этот глагол существует в словаре, вот это и будет начальная форма. Перед начальной формой стоит частичка to. Допустим, to read – это читать. Начальная форма. Hello, Евгений. He is not with us, yeah? Okay. Евгений, are you here? No. Окей, so. То есть начальная форма у нас с вами to read, да? To read. Вот. So if we open the document, then you can see the list of verbs after which there should be a gerund and the infinitive. То есть существуют определенные списки глаголов, после которых нужно употреблять обязательно герундий. Есть глаголы, после которых обязательно надо употреблять начальную форму. И иногда неправильное употребление ведет к изменению значения. Это мы тоже рассмотрим в конце занятия. Вот, допустим, глагол stop. Да, мы когда-то об этом говорили. То есть если после stop идет герундий, тогда это прекратить навсегда. Допустим, I stopped working. Я перестал работать. А если мы скажем инфинитив после stop, тогда это означает, что, наоборот, цель, для чего мы остановились. Допустим, I stopped to work. Это означает, я остановился, чтобы поработать. Ну, то есть разница колоссальна между остановился, чтобы поработать, и бросил работать. Да? То есть это антонимично абсолютно. Поэтому вот иногда употребление вместо герундия инфинитива сопровождается изменением значения. Okay, so let's open the document. So here you can see that gerund is ing form, infinitive is the initial form of the verb. Yeah?
And here you can see a lot of verbs, after which there should be gerund. Вот у нас список глаголов, после которых должен быть герунд. Да? Mm-hmm. Ну, вот первый глагол, как у нас будет, избегать. Avoid. Uh-huh. И давайте скажем с использованием герундия, то есть после avoid у вас должен идти другой глагол, к которому вы присоединяете инговую форму. Да? Иначе сказать нельзя. Ну, давайте скажем, я избегаю говорить об этом. I avoid to да, правильно. I avoid to speaking about it. Ага, то есть, ну, только без частички to, да? To ага. Ставится перед начальной формой, то есть I avoid speaking about that. Угу. А как у нас будет разразиться смехом, плачем, дословно взорваться? Ну, вот, вот это вот следующая, да, получается. Угу, угу. И что? А можно мне ссылочку? Добрый день всем. Евгений, hello. Hi. Are you with us? Я partly with you. Uh-huh. I will print the document. I have to print the document and then I will join you. Uh-huh. I have sent you the document, so you can see everything. Okay. Так, разразиться, да? То есть burst out. Ну давайте скажем, он расплакался. Вот так вот что-то. Расплакался. Так, он. He is... Вот с этим burst out, да, без is, потому что burst это уже глагол. He так, burst out. Да, еще раз, вот у меня чуть-чуть там интернет отпадал, и как бы я, наверное, пропустил как-то вот что-то там, такое чувство. Смотрите, вот это вот... gerund, да, это глагол с окончанием ингавы, да, и получается, мы его произносим с инговым окончанием, то это становится чем? То это герунди. Угу. Если с инговым окончанием, то это герунди. Угу. Я вам предоставила список глаголов, после которых следующий глагол обязательно должен идти с инговым окончанием. Да? Ага, то есть обязательно. Ну, допустим, как вы говорили, избегаю говорить об этом, то есть избегаю, avoid, I avoid, а дальше говорить, то есть дословно у вас будет, я избегаю говорения об этом, да? Но так как в русском языке вообще нету герундия, поэтому вот я вам так некрасиво перевожу. На русский язык мы переводим двумя глаголами. А если вот постараться ближе к английскому, да, то я избегаю говорения об этом, то есть I avoid speaking about this. Ага. Да, вот потом следующий у вас burst out, да, дословно это взорваться, разразиться чем-то, ну вот, допустим, расплакаться, да, это будет burst out crying. То есть... Нет, а вот этот инфинитив, что это, как вот, если так обычными словами, потому что вот начальная форма смыслового глагола, ну как... Начальная форма, это значит без каких-либо окончаний, ничего не добавляете, никаких окончаний, которые свидетельствуют о лице, да, ну вот, допустим, вы знаете, что he, she, мы добавляем s окончание в настоящем времени, да, так вот таких окончаний у инфинитива не будет. Инфинитив это вот буквально, как вы заглядываете в словарь, вот, допустим, вам надо слово идти, да, и вы смотрите, в словаре написано go, первая форма, вот это и будет инфинитив, начальная, первая, а потом уже вы с этой первой формой начинаете работать, да, то есть ставите во вторую форму, добавляете какие-то окончания личностные, но это уже не будет инфинитив, да? Hello to you. So we have, I don't know how to name. Татьяна. Татьяна, ага. And to the rest of the microphone, which is off, yeah? Татьяна, could you switch on the microphone? Ну, ждем. Хотя она, наверное, подключится когда-нибудь. Микрофон. Так, ну, собственно, после этих глаголов у вас идет герунди. То есть, если вы строите свое предложение таким образом, что... Hello, Татьяна. Are you with us? Hello, everybody. How are you? Great, great. Great. Uh-huh. Do you know something about gerunds, infinitive? Yeah. Как вы знаете, что это герунди? With a part two, and in gerund is something like smoking or crying, uh-huh. Something like this. О, хорошо, да. Значит, нам будет с чем работать. То есть основные знания у вас есть. Да, то есть глагол плюс инговая форма. Да?
Я вам сейчас перешлю еще раз документ. Там у вас список глаголов, после которых необходимо всегда использовать вот этот герундий. Да? Вот. Have you opened it? Открыли? Ага, yes. So you can see the list of verbs which are followed by gerund. Да? И вот мы рассмотрели глагол avoid, избегать, после него надо использовать герундий. Татьяна, давайте скажем, я избегаю слушать такую музыку. I avoid listening to such music. I avoid listening to such music. Следующий глагол у нас с вами burst out. После него тоже используется герундий. Но дословно это взорваться, да, это фразовый глагол. То есть разразиться смехом, разразиться плачем. Михаил, давайте скажем, он рассмеялся. Сразу надо сказать, что у глагола burst все три формы одинаковые. И первая, и вторая, и третья одинаковые. А вот я только не понял, вы вроде бы мне сказали, что не надо тут is использовать, просто he burst out louding. Да, так и сказала. Ну, is не используется, вот не могу что-то уловить, как бы. Как ага, это? Хорошо. Так, если какие-то вопросы возникают, сразу задавайте. Значит, почему не используется is? Потому что мы говорим, он рассмеялся. В прошедшем времени у нас используется вторая форма глагола, да, вторая форма. Ну, то есть, а вторая форма у нас формируется у правильных глаголов. К основе мы добавляем инговое окончание, а у неправильных это вторая колоночка из таблицы неправильных глаголов. Uh-huh. И вот если мы с вами заглянем в таблицу неправильных глаголов, мы увидим, что первая форма burst, вторая форма burst и третья форма burst. А для прошедшего времени мы выбираем вторую колонку. Поэтому вам надо сказать he burst out. Is не надо, потому что is это является, это в настоящем времени. Uh-huh. Ну, давайте скажем, он рассмеялся. Как раз на табличку все одинаково, то есть под burst, да? Правильно? Да, все одинаково. Так, давайте скажем, он рассмеялся. Просто рассмеялся. Рассмеялся, да, просто рассмеялся. He burst out laughing. Laughing, да, добавляем инговое окончание. He burst out laughing. Дальше у нас с вами идет выражение cannot help. Не могу не. Ну, допустим, не могу не сказать, не могу не посоветовать. Татьяна, let's say in English. Не могу не сказать тебе об этом. I cannot help telling you something. I cannot help telling you something. Можно мне вопрос? А вот у меня такой вопрос, смотрите, вот cannot help, да, вот я встречал не просто cannot help telling you something, а cannot help but tell you. Там после help, да? Да, есть такое, да. Ага, окей. Да, есть такое, совершенно верно. То есть это устойчивое выражение, есть такое, да. Ну, из-за того, что там but, да, то есть это, если бы еще там стояло but, то именно так бы мы и говорили, да, совершенно верно. Ага, понятно, окей. Ага, I cannot help. Евгений, давайте скажем, не могу не посоветовать тебе. I cannot help advising you. Михаил, давайте скажем, не могу не восхититься. I cannot impressing. Admire, да? Admire. Не помните, нет? Admire. Admire. Да, давайте скажем, не могу не восхититься. Impress это производить впечатление, да? I cannot admire. Cannot help. Как бы не могу помочь восхищению. I cannot help admiring, да? Получается, cannot help, да? Это полное. Да, I cannot help admiring. Не могу не восхищаться. The next one is отрицать, deny, да? Я не могу, I cannot help admiring. Admiring, да. I cannot help admiring. Не могу не восхищаться. Татьяна, давайте скажем, он отрицал свое участие в этой организации. He denied his так, участие это participation. Ну, давайте через герундий, да? Ага. He denied that
he taking part or take he denied taking part in this activity also. Uh-huh, organization, or you can say he denied participating, да, вот вы начали participate, такой глагол у нас тоже есть, uh-huh, хорошо. Enjoy, да, enjoy, наслаждаться. Давайте скажем, Евгений, я наслаждаюсь общением с вами. Так, I'm enjoying, I'm enjoying talking to you, или как? I enjoy talking to you. I enjoy talking to you. Excuse. После excuse у нас тоже идет герундий. Михаил, давайте скажем, извините мое опоздание. Давайте вспомним, как будет опаздывать Татьяна. Do you remember? Yeah, to be late. Ага, be late. Вот be давайте late. Из этого be late сделаем герундий. Михаил, давайте скажем, извините за опоздание. Так, извините, так, правильно, excuse me for waiting. Excuse, потом говорите чье, мое, да, excuse my, а потом к глаголу be добавляйте инговое окончание. Excuse my late. Yeah, being late. Ага, thank you a lot, Евгений. Да, дело в том, что late это прилагательное. Это интересно очень. Вообще, как бы, сложное какое-то предложение. Сложное, да. Ну, оно часто используется. Excuse my being late. То есть, извините, мое опоздание. А дело в том, что с late нельзя добавлять инговое окончание, потому что late это прилагательное, да, а глагол у вас be. Поэтому excuse my being late. Being late. Вы сами говорили, что be в continuous не употребляется, но это не continuous, это герундий. Вот, поэтому в герундии употребляется любой глагол. Инговое окончание добавляется, получается существительное. Hello to you. The one who joins to us. So, what is your name? My name? А тут, кстати, имя, если смотришь на иконку, показывает имя. Ага, Иван. Okay, but we would like to get acquainted. Okay, so you have a link, yeah? Иван, let's say... извините, что перебиваю вас. How will it be in English? Перебивать. Interrupt. Uh-huh. Interrupt. Иван, давайте скажем, извините, что перебиваю вас через ерунди. Excuse me for... как это будет? Interrupt. Interrupt, перебивать. Interrupt. Может быть, excuse me for interrupting? Uh-huh. Excuse me for interrupting, или можете сразу прямое дополнение, excuse my interrupting you. Да? Excuse my interrupting you. Uh-huh. Извините за то, что я невежливый, давайте так скажем, Евгений. Так, а невежливый, что у нас как будет? Sorry for my impoliteness. Well, sorry for being impolite. For being impolite. For being impolite. Uh-huh. Yeah. Хорошо. То есть можно, конечно, impoliteness. Okay, so the next one is finish. Finish, stop. Это заканчивать у нас, да? Ну, давайте скажем, Татьяна, мы только что закончили работать. We have, we just have finished working. Только вот эти сигнальные слова just, already, они ставятся у нас перед смысловым глаголом, да? Перед смысловым. Тогда we have just finished working. Uh-huh, we have just finished working. Okay, that is really nice. So forgive. Forgive у нас прощать. Давайте скажем, я прощаю то, что ты мне вернул книгу не вовремя. Who will say? Иван. No. I forgive you for... ну, даже как я не знаю. I forgive you... И дальше к глаголу добавляйте инговое окончание. Как будет возвращать? Back? Give back, да. Давайте give добавим инговое окончание. I forgive you giving... I forgive you giving back my book. Not in time. Uh-huh. Как правильно? In time или on time?
Не знаю, может быть, in time. Uh-huh. А on time бывает такое? Я такое не встречал. Ага, не встречали, нет? Who has come across this phrase on time? Татьяна, have you come across? Uh-huh. On time, по-моему, вовремя, нет? In time, вовремя. Is there any difference? Есть какая-то разница между ними? On time, in time. Не знаю. Так, ну, в общем-то, мы сделаем урок, связанный с такими нюансами. In time, разница есть, но в словаре вы ее не найдете, потому что в обоих случаях будет написано вовремя. On time – это в назначенное время. В назначенное время. Вот если на 9 часов договорились, в 9 встретились, то это on time. He has come on time. Он пришел на время, на назначенное время. А in time – это успеть вовремя, успеть. Это не на время, это просто успеть. Вот, допустим, пожарники у нас, как вы думаете, они приезжают on time или in time? In time. In time, да. Не то, что там 9:27 приедете, пожалуйста. Да, они приезжают так, чтобы вот, ничего не сгорело, да? Да, то есть in time это, да. Так, а on time это на время, на назначенное время. Хорошо. Угу. То есть в нашем предложении будет in time. Give up, бросать, да, Евгений, давайте скажем, я вчера бросил курить. Так, значит, I quit smoking yesterday. Ну, хорошо, или через give up давайте. I give up smoking yesterday. Gave up, да? Gave up, да, 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 gave up. Uh-huh. Давайте скажем, я завтра перестану лениться. Be lazy, да, быть ленивым. Ну, давайте скажем, я завтра перестану лениться, Иван. I won't be lazy tomorrow. I will give up being lazy tomorrow. Так, окей, the next one, go on, продолжать, и keep on, это тоже продолжать, да, Татьяна, давайте скажем, продолжай пытаться. Keep on trying. So, it's a well-known phrase, yeah, keep on trying. Михаил, давайте скажем, продолжай читать. Просто, да, продолжать, keep on reading. Keep on reading, or go on reading. Дальше у нас идет с вами глагол mind. И видите, возле него стоит звездочка, да, это означает, что что-то с ним, некие нюансы связан. Дело в том, что глагол mind в значении возражать употребляется только в отрицательных и в вопросительных предложениях. So we can say that it is used in negative and in negative sentences and questions, yeah, and in the questions. So, то есть вы никогда не встретите этот глагол в утверждениях, да? Mind возражать, давайте скажем, Иван, вы не возражаете, если я открою окно? Ну, давайте через present simple, с ним обычно через present simple. Do you mind if I will open the window? Do you mind if I if I will open the window? Здесь will можно употреблять, это не условие. Татьяна, давайте скажем, я не возражаю, если вы закурите. I don't mind if you will smoke. I don't mind if так, мы немножко другим путем пошли через придаточные предложения. Давайте скажем через герунди. I don't mind your smoking. Ага, хорошо. I don't mind your smoking. The next one is postpone. Postpone or put off – это откладывать во времени, да? Давайте скажем, Иван, мне надо отложить эту работу. I have to postpone this work. I must postpone. I must postpone. Ну, дело в том, что после must to не употребляется, да, поэтому сразу идет глагол. Так, и дальше у нас с вами идут глаголы с предлогами. Дело в том, что герундий сочетает в себе, ну, это уникальное явление, в русском языке герундия нету, да. То есть единственный такой зафиксированный, наверное, литературный пример, это вот как у Горького
хождение по мукам, да, вот хождение, это и будет герундия. А так вообще мы герундием не разговариваем. У нас есть для этого существительное. И герундии это нечто среднее между глаголом и существительным, потому что с одной стороны эта часть речи несет в себе действие, с другой стороны эта часть речи отвечает на вопрос «кто что?», то есть как и существительное. Да? Поэтому так же, как и существительное, герундии используется после предлога. Да? Мы после предлога можем ставить существительное, и после предлога мы можем ставить герундии. И вот после определенных глаголов идут определенные предлоги. И в этих случаях также используется герундий. Ну вот первый вы видите, accuse of, давайте скажем, Татьяна. Его обвинили в краже. He was accused of stealing. Of stealing. А какая разница между глаголами rob и steal? И то, и другое переводится красть. Ну, robbed – это, по-моему, как ограбление больше, ага. Там, с оружием, а steal – это просто вот как из кармана. Да, да, то есть что-то портативное, если переносное, да, тогда будет steal, да, то есть банк нельзя ни в коем случае steal, потому что он не переносной, да. Да, хорошо, окей, that is nice. The next one is agree to, соглашаться на, Михаил, давайте скажем, он согласился пойти с нами. Это как бы прошлое время, что согласился или he was agree, правильно, да? Смотрите, вторая форма, если глагол у вас правильный, тогда вы добавляете к нему ид окончание, да? Вот это правильный глагол, я не знаю. Это правильный глагол, да, давайте добавим. He was agreed to... Не, без was, без was, сразу he, а потом глагол... Agreed to... Что там, я забыл уже. Он согласился пойти с нами. To come in with us. To go in with us. He agreed to go in with us. Иван, давайте скажем, он согласится принять участие в концерте. He will agree to be in a concert. To take part in the concert. To approve of. Следующий глагол это одобрять. Да? Давайте скажем, Татьяна, я одобряю, что ты так много работаешь. You approve of you I approve of you working so much. Ага, you working so much. Хорошо. Следующий у нас be afraid of, да? Когда вы работаете с словосочетанием be afraid of, то у вас меняется глагол be. Давайте вспомним, как он меняется, Иван, в настоящем времени. Be. Да, какие формы приобретаем? No, which form does the verb to be have? То есть. Какие формы глагола имеет этот еще? Да, у глагола быть в настоящем времени. No. Ну, вот это, если я in. Боюсь. Да. Being. Mm-mm. Am is a. А в прошедшем, in the past. Was. And your interview, ага, и в будущем? Been, нет, это третье, will be. Will be, ага, хорошо, shall мы не употребляем, да, в современном английском. Так, давайте скажем, Иван, давайте скажем, я боюсь делать это. I'm afraid of do this. Of doing this, да, мы работаем с герундием, вот после предлога. Of doing this. I'm afraid of doing this. Shell употребляется в юридических документах постоянно. Сейчас. В юридических документах только Shell сейчас. Ну, Евгений, да. Это в модальном значении у вас, по-видимому, Shell употребляется. В качестве вспомогательного для будущего времени употребляется только will, а в качестве модального Shell употребляется. А что такое модальный? Давайте разберемся. Модальный я глагол. Просто знаю, что в юридических документах постоянно shall. То есть там нету will, это как более такое как бы обязующее, что ли. Или как. А вот shall. Нет, как, есть obligatory, да, это как обязательство какое-то. Это obligatory must, obligatory и так далее, да. А есть shall, это такое slightly obligatory.
да, то есть да, немного ну, обязательное. Вы сами почти ответили на свой вопрос. То есть модальный глагол несет в себе смысл, да, оттенок смысла, a shade of meaning. А вспомогательный глагол смысла не несет, а выполняет некую функцию, там, задать для времени, да? Вспомогательный глагол мы понятно, никак не переводим. Модальный немного переводит. Окей, понятно, спасибо. Да, ты так. Okay, хорошее спасибо. Дополнение, да, хорошее же дополнение, да, хорошо. Be afraid of, бояться, да? Татьяна, давайте скажем, я боюсь пробовать этот торт. I'm afraid of tasting this cake. Михаил, давайте скажем, я боюсь туда ехать. I'm afraid of going туда, there, или так. Of going there. Евгений, давайте скажем, я боюсь ехать за границу. I'm afraid of going abroad. Так, дальше у нас с вами complain of, это жаловаться о чем-то. Татьяна, давайте скажем, он все время жалуется, что у него мало времени. Жалуется на что? Он постоянно жалуется, что у него не хватает времени. He is complaining of absence the time. Of absence the time all the time. Of absence all the time, да, вот так у нас совпало. Почему я говорю, что вы хорошо начали? Я не знаю, знаете вы это правило? Нет, Таня, ну, вы использовали, дело в том, что есть правило о том, что если вас что-то раздражает, да, если вас что-то раздражает, то вы можете использовать present continuous. Не знала. Не знали, нет? То есть мы-то привыкли, что present continuous это для действия, которое происходит в сию секунду или в период времени, да? Вот, а present simple это действие, которое происходит регулярно. Но у этих времен есть еще дополнительные значения. То есть вам не надо говорить I'm fed up with your behavior, да, мне так надоело твое поведение. Вам достаточно использовать present continuous, и уже использование present continuous будет говорить о том, что вас это раздражает, да? To express the annoyance, to express the irritation, you use present continuous. То есть, если вы говорите, что he is always complaining of the lack of the time, это значит, что вас это раздражает, да? А если нейтральная такая позиция, да, тогда present simple. Okay. The next verb here is depend on, да, зависит. Ну, давайте скажем, это зависит от того, как ты поступишь, что ты сделаешь. Это зависит от того, что ты сделаешь. Иван, давайте скажем. I will ask. Да, yes. Давайте скажем, это зависит от того, что ты сделаешь. It's depend on. Depends on. It depends on what you will do. On your behaving, on your doing. Ну, вот как-то, чтобы мы с вами попытались в герунде. Да. То, что вы говорите, тоже правильно, да. Так, feel like, это у нас, ну, вот я вам так написала, что там не хочется. Ну, допустим, давайте скажем, Татьяна, что там не хочется пойти в кино? I feel like going to the cinema. Михаил, давайте скажем, что там не хочется устроить вечеринку? To arrange a party. I feel like arranging the party. I feel like having a party. Yeah? Что там не хочется? Евгений, давайте скажем, что там мне хочется пойти погулять в парк? I feel like going to the park. I feel like going to the park. Давайте спросим, Татьяна, тебе хочется посмотреть фильм? Do you feel like watching a movie? Okay, the next one is give up the idea of, отбросить идею чего-то.
Михаил, давайте скажем, он отбросил идею воплощения на практике этого проекта. Так, put into practice, давайте я вам напишу. Put into practice – это воплощать на практике. He gave up the idea of putting the practice into practice this project. Татьяна, давайте скажем, я решила не ходить туда, через вот это, отбросить идею. Ага. I give up the idea of going there. Вот там gave было, да? I gave up. I gave up of going there. Insist on, настаивать. Иван, давайте скажем, я настаиваю на разговоре с вами. I insist on conversation with you. Давайте через герунди скажем, добавим инговое окончание к глаголу. I insisting on conversation with you. Инговое окончание добавим ко второму глаголу. Значит, я настаиваю на разговоре с вами. I insist on conversationing with you. Ага, так, ну давайте определимся. Значит, I insist on разговаривать. Ну давайте talk возьмем. Вот к слову talk добавим инговое окончание. I insist on talking with you. Да? Talking with you. Yeah? Talking with you. I insist on talking with you. Okay, the next one is look forward to. How to translate this? Вот, Нина, еще вопрос такой, да? Вот это что было, как предложение? Я настаиваю на разговоре с тобой, да? А хорошо, а кроме как вот таким образом, его как-то по-другому можно сказать? Или я вот не понимаю разницу, когда, допустим, мы именно так должны сказать, а, ну, наверное, можно как-то еще подробнее. Сказать можно или через существительное? Возможно, по-другому его сказать. Можно через существительное, вот как Иван начинал говорить. Да, да. Да, можно через... Можно через существительное. Какая разница? Только грамматическая, я думаю. То есть герундий обозначает некий процесс, да, существительное обозначает некое явление. Ну, как бы загвоздка состоит в том, чтобы не использовать инфинитив там, где привычно использовать герундий. Да. Можно пойти через существительное. А если вы не знаете существительное, если вы знаете только глагол, да? Окей, so the next one is to look forward to, ждать с предвкушением, да? Обычно письма так заканчивают, да? Татьяна, давайте скажем, я жду с предвкушением нашей встречи. I look forward to our meeting. Михаил, давайте скажем, я жду с предвкушением услышать что-то от тебя, что-то новенькое, ну вот как в письмах, да? I look forward to hearing you. Something from you. Иван, давайте скажем, я жду с нетерпением разговора с тобой. I'm looking forward to talking with you. The next one is object to, возражать, да? Евгений, давайте скажем, я возражаю против того, чтобы идти туда. Так, еще раз, как... Object to, возражать. I'm not objecting going there. Не возражаю. Yeah, I don't object. Да, ну, можно, кстати, два сингла. I'm not objecting going there. Ну, можно, there. Можно, потому что то continuous, а то герунди, да. Герунди на время никак не влияет. Persist in – это упорствовать в чем-то, да, упорствовать в делании чего-то, да. Давайте скажем, Татьяна, он упорствовал в достижении своих целей. He was persisting in achieving his aims. His aims, his goals. The next one – prevent from – предотвращать, да. Давайте скажем, Иван, через вот это предотвращать. Из-за плохой погоды матч, не было матча, не было футбольного матча. То есть дословно вам надо сказать, плохая погода предотвратила
прохождения матча. But weather prevent from a match. From enjoying the football match. Rely on, полагаться на кого-то, да, положиться. Я, Татьяна, давайте скажем, я полагаюсь на то, что мы хорошо поработаем. I rely on working good. Working well. Succeed in, преуспеть. Михаил, давайте скажем, ему удалось написать хорошие отчеты по работе. Отчет будет report. Получается, а удалось тут, что вот это вот... Через succeed, да, succeed in, преуспел в. Ему удалось написать хорошие отчеты по работе. He persist in writing the writing the reports on the work. Там у вас succeeded, да, вы добавляете и окончание еще, да? He succeeded in writing a good work report. Да, надо как бы запоминать, потому что я что-то... Что, где их надо, где не надо, вот какая-то... Ну, если прошедшее время, ну, в общем, надо выучить неправильные глаголы, и все остальные автоматически будут правильными, да? Okay, the next one, suspect of, подозревать, да? Евгений, давайте скажем, его подозревали в убийстве. He was suspected in murdering someone. Ага, of, да, у вас там стоит of. Еще раз. Of murdering something, да. He was suspected of murdering somebody. Thank for. Татьяна, давайте скажем, спасибо, что пришли. Thank for coming. Иван, давайте скажем спасибо за звонок. Thank for calling. Михаил, давайте скажем спасибо за то, что вы так добры. А, кстати, вот все уже сказали несколько раз, а надо говорить thank you. Ну, желательно, да. Ну, можно и thank for, можно и без объекта обойтись. Ну, лучше с ним, да. Thank you for, что там... Спасибо за то, что вы так добры. I don't know how to say. Так, ну давайте скажем спасибо. Thank you. За. А вот я даже просто не знаю, что так добры. Ну давайте я вам дословно переведу, но некрасиво будет. Быть ее добрым. Значит, быть у нас как будет? Being good, это как? Да, being kind, да, то есть вы, ну, потому что у нас нету герундия в языке, да, поэтому мы переводим или придаточными, или еще одним глаголом, а такого вот как герундия, чтобы отвечал на вопрос, что делание, у нас нету, то есть be вы добавляете инговое окончание, то есть thank you for being so kind, thank you for being so kind, спасибо за то, что вы так добры, thank you for being so kind. Татьяна, давайте скажем спасибо, что помогли. Спасибо за помощь. Thank you for helping. Иван, давайте скажем спасибо за совет. Как будет совет? Как будет совет? Advice. Thank you for advice. Thank you for advice. And now let's revise all these words, all these phrases, yeah, because we have just checked a few. Just one sentence for each verb. So let's train, let's drill these phrases. Давайте скажем, Татьяна, я боюсь будить ребенка. I am afraid of waking up a child. Михаил, давайте скажем, жду с предвкушением того, чтобы уехать в отпуск. Кому вопрос? Михаил. Я просто кусок только услышал в конце. Можно жду с предвкушением, жду с предвкушением того, чтобы уехать в отпуск. Жду с предвкушением того, чтобы уехать в отпуск. Who will say? I look forward for going on vacation. Так, Таня, у нас после forward какой предлог идет?
look forward for or to. Ага, on vacation. Так, давайте скажемо. Іван, моєму другу вдалося, то есть он как бы преуспел, да, моєму другу вдалося перевести этот сложный текст. My friend succeed in succeeded in translating this text. Евгений. Она подозревала, что он ее обманывал. Она подозревала, да? Да, она подозревала, что он ее обманывал. She suspected him cheating her, да? Of, ага, of. Cheating on, on her или of? Of cheating her. Of cheating her. Of cheating. В документе есть, что после suspect используется предлог of. Suspect of. Suspect of cheating her, да. Suspect of cheating. Татьяна, давайте скажем. Бедный крестьянин, крестьянин у нас будет peasant. Бедный крестьянин поблагодарил Робин Гуда за то, что он ему помог. Poor peasant was... Poor peasant. Poor peasant was thanked for... Вторая форма. Thanked. Thanked to Robin Hood for helping... Robin Hood. For helping him. Okay. Иван, давайте скажем. Он отбросил идею того, чтобы когда-либо услышать о ней снова. He gave up the idea. Вторая форма, the second form. Give. He gave. Gave up the idea of hear something about she. Герунди, of hearing in the окончание. Of hearing something about her. Татьяна, давайте скажем, мы ждем с предвкушением, чтобы увидеть вас снова. We are looking forward to seeing you again. Well done. Евгений, давайте скажем, он всегда мечтал о том, чтобы посетить другие страны. He was always dreaming to visit other countries. Ага, вы через infinitive, а давайте через dream of. Так, а где да, dream of? He was always dreaming of visiting, или как? Of visiting other countries. Other countries. Который мечтает тогда. He has always been dreaming of visiting other countries. He has always been dreaming. Да. Иван, давайте скажем, он упорствовал в своих попытках решить эту сложную задачу. He persisted. Persisted in trying to make this. Не знаю. Решить. Ну, нам надо с вами герундий сделать, да? Ага. He persisted in trying. Он упорствовал в попытках решить эту сложную задачу. He persisted in trying to solve this hard task. Okay, so let it be task. No problem. Okay, the next one. Евгений, давайте скажем. Он согласился на то, чтобы мы отправились в это опасное морское путешествие. Так, он he agreed on he agreed to go in this dangerous trip. Ага, dangerous. А если морское путешествие? Sea trip. Нет. Sea. Татьяна, do you know морское путешествие? Sea trip. Voyage. А voyage или sea voyage?
Нет, просто voyage. Voyage уже заключает в себе путешествие по морю. В этом и отличие. Да, мы как-то говорим voyage, по-моему, на все что угодно. Но в английском языке voyage – это морское путешествие. А Татьяна, давайте скажем, он не одобрял то, что она пьет так много кофе через Герунди. Ага. He didn't approve of her drinking so much coffee. Окей, okay, that is nice. Иван, давайте скажем, благодарю вас, что вы прислали мне такой подарок. I thank you for your present. Ну вот, присылать из глагола, давайте герундий сделаем. I thank you for... I thank you for sending. Здесь добавляйте инговое окончание. For sending. I thank you for sending this present. This present. Ну, то есть таким образом. Ну, собственно, надо выучить эти глаголы, да, после которых герундий. Тогда мы успех гарантируем. Okay, so let's return to the document, because here we have the pairs of verbs after which we can use both gerund and infinitive. То есть есть глаголы, вот мы с вами сейчас прошли глаголы, после которых всегда употребляется герундий, да? Вот если говорить infinitive или герундий, то всегда употребляется герундий. А есть глаголы, после которых можно употреблять и герундий, и инфинитив, но это коренным образом меняет значение этих предложений. Да? Ну вот давайте глянем. Допустим, ну тут надо так, конечно, подумать. Значит, вот если после remember мы употребляем с вами герундий, это означает, что то действие, которое выражено герундием, которое выражено герундием, оно уже произошло. То есть если после remember вы употребляете герундий, то вы говорите о чем-то, что уже было. Ну вот давайте скажем, Таня, я помню наши поездки к морю прошлым летом. I remember we tripping us. Ну вот go надо перевести в герундий. I remember going to see shore last summer. Да, то есть вот то, что вы употребили герундий, это о прошедших событиях. А если вы после remember употребляете инфинитив, это значит, что перспектива перенесена в будущее. Вы ставите себе некую цель. Вот, допустим, я помню, что мне надо поговорить с ней. То есть это не то, что я помню, как я с ней разговаривал. Если я помню, как я с ней разговаривал, тогда это герундий после remember, да? I remember talking to her. А если я помню, что мне надо с ней поговорить в будущем, тогда вы используете инфинитив. То есть, Таня, скажите, как это будет? Я помню, что мне надо поговорить. I remember to go, то есть я помню, что мне надо как съездить, да? Мне с ней надо поговорить. I remember to talk to her. I remember to talk to her. Иван, давайте скажем, я помню, что мне надо зайти в магазин. I remember to come to a shop. Через инфинитив, да? Вот смотрите, у вас в документе написано, что если вы используете... вот у вас remember plus gerund. So this is when you remember something that has happened in the past, you have a memory of it, like being able to see a movie of it in your head. Да? То есть когда вы используете герундий, это вот вы вспоминаете о прошлом, как фильм прокручиваете, да, что было в прошлом. А remember plus to plus infinitive, can you see it in the document? Yeah? This is when you think of something that you need to do. And usually you then do the thing. То есть это когда вы помните, что вам что-то надо сделать. Ну, допустим, я помнил, что мне надо купить молока. То есть он стал себе цель на будущее, поэтому I remember to buy milk. То есть вам то же самое надо сказать, что я помню, что мне надо зайти в магазин. То есть вам надо использовать infinitive, то есть to плюс начальная форма глагола. Я помню, что мне надо зайти в магазин, да, скажем вам. I remember to... I remember to go to a shop. To go to the shop. И вот этим to go
если вы говорите, слушающий вас понимает, что вы себе такую задачу поставили, что сегодня вы это сделаете, да? А давайте скажем, я помню, что я ходил в магазин, Иван. Давайте скажем то же самое предложение, ну вот так, чтобы человек понял, что это в прошлом. Я помню, что я ходил в магазин. I remember I was in the shop. А если через герундий? Смотрите, герундий говорит о том, что действие произошло после remember. А начальная форма глагола говорит о том, что действие будет. То есть I remember going to the shop, это я помню, что я ходил в магазин. Да? А I remember to go to the shop, это я помню, что мне надо пойти в магазин. Да? Евгений, давайте скажем, я помню, как я читал эту книгу. I remember reading this book. А давайте скажем, я помню, что мне надо прочесть эту книгу. I remember I have to read this book. Вы через предаточное предложение. Infinitive. Если вы ставите infinitive после remember, то это в будущем. Так. Не по-другому, да, еще как-то еще один вариант надо. Вариантов всего два. Если вы используете герундий после remember, то действие произошло в прошлом. Если вы используете to и глагол, то I remember I was reading this book. I remember to read this book. Это я помню, что мне надо прочесть эту книгу. Да. I remember to read this book. А что я должен прочесть или что я прочитал? То, что я прочитал, это I remember reading this book. А то, что я должен прочесть, I remember to read this book. Да. Все понятно. Татьяна, давайте скажем. Я помню, что мне надо встретиться с тобой. I remember to meet with you. А давайте скажем. Я помню, как мы с тобой встречались. I remember meeting with you. Да, I remember it. Ну, а можно и помню, то есть I remember meeting with you. Я помню, что мы с тобой встречались. Иван, давайте скажем, я помню, что мне надо позвонить тебе. I remember to call to you. А давайте скажем, ну, call you, да, там прямое дополнение. Давайте скажем, я помню, что как я тебе звонил. Я вспоминаю. I remember I calling you. My calling you. Да, то есть герундий говорит о том, что действие уже произошло. Так, следующий глагол. Следующий глагол у нас с вами. Ну, давайте возьмем. Ну, хорошо, пускай forget будет, да? Дело в том, что с глаголом forget та же самая история, что и с remember. Допустим, он забыл пойти в магазин. Это значит, что он ставил себе цель, и он забыл это сделать, да? То есть мы используем тогда... Это точно так же, как и с remember. То есть если вы поняли, как с remember, точно так же и с forget. То есть если вы... Он забыл позвонить ему. То есть он забыл о чем-то, что ставил себе как цель на будущее. Поэтому мы используем infinitive. То есть, ну, давайте скажем, Татьяна. Он забыл позвонить мне. He forgot to call me. Да, вот инфинитив мы покажем, что он ставил себе цель на будущее, да? Иван, а давайте скажем, он забыл, что звонил мне. О прошлом, да? Он забыл, что звонил мне. He forgot calling me. Да. He forgot calling me, да. То есть он звонил, но он об этом забыл, да, о прошлом. Да, хорошо. Вот такая разница. Потом еще у нас с вами есть разница вот глагол stop. Да, мы об этом немножко говорили в начале. То есть если вы после stop используете герундий, то это бросить абсолютно, да, что-то бросить, допустим, перестать работать. Тогда вы используете герундий. А остановиться, чтобы что-то сделать, тогда вы используете инфинитив. Ну вот, допустим, давайте запомним пример с курением. Допустим, he stopped smoking. Это он бросил курить. Если вы употребляете герундий после stop, это значит бросить вообще. He stopped smoking. А если вы употребите инфинитив после stop, he stopped to smoke. Это совершенно противоположное значение. Это значит, что он остановился, чтобы закурить. То есть не бросил курить, а остановился, чтобы закурить. Так. Это понятно, нет? Да. Точно, да? Так, ну давайте тогда по аналогии скажем. Иван, он бросил работать. He stopped
work. Так, смотрите, значит, у вас в документе это написано. Значит, если после stop вы используете gerundi, тогда это забросить вообще. To give up, to quit. Если вы используете gerundi после stop. А если вы используете infinitive, то есть to плюс начальная форма глагола, это значит, наоборот, остановился, чтобы это делать. Остановился, чтобы это делать. Ну вот давайте еще раз скажем. Он бросил работать. He stopped to work. Gerundi. Так, давайте тут тогда запишем. Значит, если после stop вы используете gerund, это означает бросить делать. Бросить. Бросить что-то делать. А если после stop вы используете, ну не будем его тогда infinitive называть, назовем to и глагол. Если после stop вы используете to и глагол, да, глагол в начальной форме, да, тогда это значит остановился, чтобы что-то делать. Остановился, чтобы это сделать. Остановился, чтобы это сделать. Ага. Ну вот давайте скажем. Еще раз. Он перестал работать, Иван. He stopped working. Ага, he stopped working. Таня, давайте скажем. Она остановилась, чтобы поговорить. She stopped. Так, she stopped to talk. She stopped to talk. Uh-huh. А как будет? Мы сказали, она остановилась, чтобы поговорить, а давайте скажем, она перестала разговаривать. She stopped talking. Ага, stopped talking. Ага, she stopped talking. Да, то есть вот в этом разница. Иван, давайте скажем, он перестал смотреть в ту сторону. In that direction. He stopped looking. Uh-huh. Давайте скажем, это же предложение, но он остановился, чтобы посмотреть в ту сторону. He stopped to look on this side. Uh-huh. Так, то есть, давайте еще раз. То есть, вот эти глаголы, которые мы с вами прошли, значит, если мы используем stop, и после него используем глагол с инговым окончанием, это значит бросить вообще. Допустим, he stopped studying. Это значит, он забросил учебу. Да? He stopped studying. А если he stopped to study, это наоборот. Он остановился, чтобы учиться. Да? Что-то делал, а потом остановился, чтобы поучиться. То есть, наоборот, противоположное значение. Ну вот представьте, что вы начальник где-то на работе, и вы говорите своему подчиненному, перестань спать на рабочем месте. Иван, давайте скажем, перестань спать на рабочем месте. Stop sleeping. Угу. А как наоборот сказать, остановись, чтобы поспать, чтобы отдохнуть. Stop to sleep. Да, да, то есть вот, наоборот для вот такого вот вида деятельности. Uh-huh. Okay, so this topic is very huge, is very difficult, so it isn't the task for one lesson, it is just like introduction, это просто как вступление. Uh-huh. Because those lists of verbs which are followed by gerunds and infinitive, they are much longer, да, вот эти списки, они намного больше, and those differences between using gerunds and infinitive, they are also much bigger than we have considered today. But we have made first steps, да, мы с вами первые шаги предприняли. So I thank you for your work, so for your attention. Thank you for your time. Thank you, thank you. Thank you too. See you later. Goodbye to you. Goodbye. 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 Goodbye.